Международный день школьных библиотек отмечается во многих странах ежегодно в четвертый понедельник октября. Начиная с 1999 года по инициативе Всемирной организации ЮНЕСКО. В современное время очень повышенное внимание уделяется приобщению и привлечению детей к чтению художественной литературы как способу разностороннего развития личности. В средней школе номер 9 прошел открытый урок на тему «Книга «Мой самый лучший друг». Мы дружны с печатным словом. Если б не было его ни о старом, ни о новом, мы б не знали ничего. Ты представь себе на миг, как бы жили мы без книг, что бы делал ученик, если б не было бы книг. Как хорошо уметь читать, не надо к маме приставать, не надо бабушку трясти, прочти, пожалуйста, прочти. Не надо ждать, не надо звать, а просто взять и почитать. По словам библиотекаря с 35-летним стажем Раи Арзакаевой, в школе созданы все необходимые условия для того, чтобы дети могли посвятить свое время чтению, так как книга помогает глубоко мыслить и познавать. Более того, педагоги стараются приобщить и родителей учащихся, что послужит для каждого ученика ярким положительным примером. Создаются анкеты и буклеты, посвященные данной тематике. Анкеты для родителей подготовлены. С вопросами, есть ли у них дома библиотека, как они поощряют ли, или как поддерживают вот это чтение в библиотеке, рады ли они тому, что их ученик является читателем или нет. Вот такие вопросы. И многие родители не только отправили анкету, но и сами вот пришли и вот говорили, мы очень рады, хотим, смотрели даже, какие книги у нас имеются вот в библиотеке. И меня это очень радовало, конечно. По случаю Всемирного дня школьных библиотек удалось также посетить библиотеку школы номер 10, в котором свой распорядок работы. Ежедневно, кроме субботы, ученики по составленному графику посещают библиотеку, где большой выбор учебной и художественной литературы. По мнению заведующей библиотеки Пахум Амаевой, для приобщения детей и повышения интереса к чтению проводятся разные акции и мероприятия. На вопрос, что является главным в работе библиотекаря, говорит: любовь к детям и своей профессии. Вот обслуживать, сделать человеку добро, приятное, очень хочется. Если я не смогу ребенку найти какую-то книгу, которую он ищет, я вот думаю, для меня это такое прям, вот я не смогла этому ребенку помочь. Как я могла это сделать? А не было книги такой у нас. Это с болью переношу. Фонды школьных библиотек города постоянно пополняются. На смену старой учебной литературе поступают новые. На сегодняшний день в библиотеке школы номер 10 свыше 20 тысяч книг учебной литературы. Как отметила библиотекарь, у юных читателей высок спрос к художественной и классической литературе не только русских, но и дагестанских писателей и поэтов. Бика Сулейманова, Самат Гакаев. Информационная программа «Пульс».